очень часто вспоминаю слова отца, которые, может быть, его отец ему говорил, его отец ему говорил как-то. Виталик раскрыл нам семейную тайну. Это что получается, у них разные отцы, что ли? Вот сразу же говорю, не надо тут приобретать никакой политики, будете забанены. Здесь исключительно только юмор. Я так понимаю, что Виталик просто-напросто в очередной раз сморозил какую-то хрень, и брат на него посмотрел, типа, ты, блядь, опять, что ли, сегодня таблетки забыл выпить, блядь, ты что несешь, блядь? Вот это прикол.